Здравствуйте, Роман. Это видео про ваши переходнички с одуванчиками Лушникова. Итак, первый переходник для Таира. Одуванчик наклеен, запрограммирован. Сначала советую вставлять переходник с одуванчиком в камеру, а потом накручивать на него объектив. Итак, совмещаем средний контакт одуванчика, то есть вот этот, который смотрит на красную точку, с белой точечкой на камере. Немножечко прижимаем, поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Итак, этот одуванчик запрограммирован на фокус на расстоянии 135 мм. К сожалению, 133 мм отсутствует возможность запрограммировать. И диафрагмы запрограммированы от 2,8 до 22. Чтобы все нормально, корректно работало, в меню камеры не прописывайте объектив как объектив без ЦПУ. Камера сразу определит одуванчик и будет прописывать в эксифе все, что запрограммировано. И второй переходник для Гелиоса 40-го. Тоже одуванчик наклеен. Также вставляем, потом накручиваем объектив. Здесь фокусное расстояние запрограммировано 85 мм. И диапазон диафрагм от 1,5 до 22. Ловушка фокуса включена и там, и там. Это означает, что пока нет попадания в фокус в режиме съемки IFS, затвор не сработает. То есть вы смотрите видоискатель, выбираете нужную точку фокусировки, и вместо мотора работает ваша рука. Поджимаете кнопку затвора на половинку, когда объект оказывается в фокусе, вы слышите звуковой сигнал, если он у вас включен в меню, и точка фокусировки, которую вы выбрали, загорается тоже своим красным светом. И потом, после этого, можете полностью нажать кнопку затвора, она сработает. То есть это имитация фактически автофокуса. Спасибо вам за покупку, спасибо за внимание. Сегодня я отправлю, и я думаю, дней через 10-12 вы уже получите посылочку.